Сегодня мы выступали на военно-техническом форуме в парке «Патриот», подготовили часовую программу, можно сказать, на вкус и цвет любого слушателя из любой страны, участников этого форума. Сегодня у нас прозвучали, можно сказать, дебютные песни в концерте, потому что мы вышли только что из отпуска и готовы представить слушателю что-то новенькое и свежее. С девочками мы сделали песню, которая очень актуальна для солдат, для военного человека, «100 дней до приказа», которую все знают и все любят. И также у нас прозвучал новый дуэт. Ждут девчонки, папа.